увидели глобальную картину для пользы регистрации рака. Сначала я хочу извинить себя, потому что я не очень хорошо говорю по-русски, но надеюсь, что вы понимаете меня. Если у вас вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Сейчас мы дискутируем, зачем нужна регистрация рака и что такое популяционный раковый регистр. Наш план будет этот. Зачем нужна регистрация рака? Обзор. Типы популяционные раковые регистры. Примеры для популяционные раковые регистры. И примеры для приложения информации из раковых регистрах. На этом слайде показаны основные причины, зачем нужна регистрация рака. Она нужна для чтобы можем понимать закономерности распространения рака в популяции во времени, по регионам, по группам. Мы можем сравнивать заболеваемость среди популяционных групп, прогнозировать уровень заболеваемости рака в будущем, прослеживать влияние мероприятий, оценивать эффективность лечения, предоставлять информацию для планирования и организации борьбы с раком и проводить онкоэпидемиологические исследования. Примеры рассматриваются далее. Что такое популяционный раковый регистр? Многих из вас работают в такой регистр, вы знаете, но мы надо повторим. Популяционный раковый регистр – это организация, которая систематически собирает и классифицирует информацию о всех регистрируемых формах рака. Получает информацию из многих источников и ответственна не только за накопление и сопоставление данных, но также за их анализ и подготовку отчетности. По охвату географически местности популяции, популяционные раковые регистры могут быть национальные, охватывают всю территорию страны или не менее чем 50% населения. Они могут быть региональные, охватывают часть территории страны или региона, где проживает менее чем 50% населения. По регистрируемых формах рака популяционные раковые регистры могут быть общие, охватывают все формы рака, или специализированные, охватывают отдельные формы рака. Примеры. Некоторые раковые регистры используют только электронные записи и делают автоматичную связь данных. Вы видите, что они имеют только компьютеры и мониторы, работают на два монитора, сравнивают базы данных. Другие doesn't work. Не работает. Заработала. Из бельгийского ракового регистра. И на слайде показаны источники, которые регистр использует. Они получают автоматически электронные базы данных из всех этих источников. Больницы, патолабораторис, страховые компании и так далее.
Другие раковые регистры используют записи на бумажные носители, и они делают ввод данных вручную. Вы можно увидеть, это их источников, бумажные. Они читают из бумажный документ и вводят данные в компьютер. Я предполагаю, что вы работаете в такие раковые регистры, которые используют предимно бумажный носитель. Так? Согласны? Сейчас мы рассматриваем характеристики различных типов раковых регистров. Это госпитальная регистрация рака, лабораторная регистрация рака и популяционные раковые регистры. Госпитальная регистрация рака собирает информацию обо всех случаях рака, зарегистрированной в одной или нескольких больницах. Лабораторная регистрация рака собирает информацию из одной или нескольких лабораторий, подтвержденных гистопатологическими методами и формами рака. Популяционные раковые регистры систематически собирают информацию из многих источников обо всех формах рака, выявления в популяции. Next slide, please. Цель госпитальной регистрации, она полезна в административных целях и для рассматривания эффективности лечения. Лабораторная регистрация рака, она обеспечивает необходимость от лабораторных исследований и служит для быстрой оценки структурам заболеваемости раком. Популяционные раковые регистры, они полезны для сравнения и интерпретации заболеваемости раком на уровень популяции с целью снижения общей заболеваемости. Могут ли эти типы регистров использоваться для планирования борьбы с раком? Для популяционной раковой регистры вы уверены, что это да, потому что систематическое выявление случаев заболеваемости с раком из нескольких источников оценивается. Лабораторная регистрация рака не может использоваться для этого, потому что выборка является неполной и однобокой. И госпитальная регистрация рака тоже нет, потому что выборка является неполной и однобокой, и набор данных основан на посещаемости пациентам в больниц. На эту карту вы видите статус популяционной раковых регистров по их виду. Первая группа отбелязана с синий цвет. Они раковые регистры, включены в издание «Раков пяти континентов» и покрывают больше, чем 50% популяции. Вторая группа – это раковые регистры с хорошее качество данных. Они тоже включены в «Рак пяти континентов» и покрывают меньше, чем 50% регистрации. Вы можно увидеть в Азии, в Северной Африке, в Южной Америке. И другие группы регистры, они национальные, региональные или госпитальные, и лабораторная регистрация рака.
Зачем нужна регистрация рака, мы переводим некоторые примеры. Влево вы можете увидеть, что, используя данные раковых регистров, мы можем сравнивать заболеваемость по популяционным группам. С тем на синий цвет отбелязаны стороны, где заболеваемость самая большая. В голубой цвет, это белый, вы видите, белый, где заболеваемость меньше, чем указанные индикаторы. Мы можем понять закономерность и распространение рака в популяции. Это стандартизованный показатель заболеваемости и смертности рака у мужчин в Европе. Как Ариана уже сказала, самый чаще всего наблюдается рак простаты, потом легких. Используя данные в раковых регистрах, мы можем прогнозировать уровень заболеваемости раком в будущем. Это пример с Российской Федерацией, используя данные GlobalCan. А в 2012 году этот брой регистрируемых случаев рака у мужчин, у женщин, в 2030 году это прогнозированный уровень заболеваемости, и вы можете увидеть, это графически показано у мужчин, у женщин. Другой пример. Регистрация на рака может использоваться для прослеживания влияния мероприятий, контроль курения. Влево вы видите уровень заболеваемости у мужчин, она снижается. У женщин в некоторые страны увеличается, в другие снижается. Другой пример – это прослеживает влияние профилактических мероприятий, скрининг рака шейки матки. Вы можете видеть, что в менее развитых регионах заболеваемость увеличается, в другие она снижается, как результат проведенных профилактических мероприятий. Другое важное приложение данных раковых регистров – это оценивать эффективность лечения. Как пример, я показала расчет выживаемости от проекта EuroCare 5. Влево вы видите сравнение пятилетней выживаемости рака молочной железы по регионам Европы. Она наибольше высокая в Северном Европе и в Восточной Европе только 74% пятилетняя выживаемость. Вправо вы видите тенденция пятилетняя выживаемость рака и молочной железы. Она хорошая тенденция, выживаемость увеличается. Но все-таки остается низкая в Восточном Европе. Данные раковых регистров очень важны для планирования организации противораковой борьбы. И в этот наручник Всемирной здравной организации для контроля противораковой борьбы данный раковый регистр отбелязан как самое важное для планирования. Вы не можете планировать мероприятия противораковой борьбы, если вы не можете оценить уровень заболеваемости.
Другой пример – это руководство Европейской комиссии. Оно опубликовано в 2015 году и тоже указывает, что данный раковый регистр абсолютно необходим для организации противораковой борьбы. Вы можете скачать это руководство от сайта проекта Канкона и увидите, что рассматривается в детали все элементы планирования противораковой борьбы, используете в своей работе. Зачем нужна регистрация рака? Другое приложение – это для проведения онкоэпидемиологических исследований. Исследования с целью выяснения этиологии заболевания, экологические исследования, исследования типа случай контрол, гохортные исследования и линкинг информации из разных источников. Я надеюсь, что во времени дискуссии вы будете представить примеры из вашей работы, для чего вы используете данных ваших регистров. И в заключение, рак как причина смерти занимает первое место в структуре смертности по данным Световной здравной организации. Популяционные раковые регистры имеют решающее значение для сбора и систематизирования информации о степени поражения разных форм рака и тенденции их развития в отдельных популяций. Популяционные раковые регистры обеспечивают прочную основу для создания, мониторинга и оценки программы противораковой борьбы. И последнее, но не менее важное, мы дружная команда. Это слова доктор Калум Мюр, который член-основатель Международной ассоциации раковых регистров. Он внес большой вклад в развитие регистрации рака и применение данных канцер-регистров. И я показала это снимки. Это мои коллеги из разных раковых регистров. Вы можете увидеть, какие они, как они улыбаются, они гостоприимные, и они счастливые делают свою работу. Спасибо.